14 февраля, воскресенье, мои любимые. Привет-привет всех женщин с праздником. У меня тут вон бойня, я им гороха насыпала. И они там дерутся. Яшечка где? Не знаю. Где-то она там наверху. Снег шел весь... Или что там, вечер, и ночь, и утро. Так что, мои любимые, в Питере зима. И нам пообещали, что вот этих морозов 20-25 градусных не будет больше. Что завтра 5 градусов мороза, а потом все, начинается весна. Так что, Новый год китайский случился. И все в мире сразу же изменилось. Этот коричневый гад всех гоняет. Мне хочется ему врезать. Он такой жирный, он все съедает, никого вообще не пускает. Ни Яшку, ни мою, ни ее любимого. Хотя ее любимый с ним проводил позавчера сражение и выиграл битву. Это, кажется, он. Видите? Это он. Яшкин любимый. И он тут охраняет ей место. И этого вчера... отгасил. Сейчас я попробую его с руки покормить. Ну, на улице правда запах выходит. Хотя нет, везде лежит. Кш. А ну-ка, иди сюда. Попробую с руки его покормить. Не ты. Опять они дерутся. У них тут вечно борьба. У этого черного и коричневого. Ах, поналетели. Гадюныш. Ладно, давайте кусочек им кинем. Опять дерутся. Он же победил вчера, сегодня тоже надо. Черный вчера победил коричневого. Хочется ему палкой врезать. Добрая, добрая. Да достал он этот коричневый. Опять прилетел. Видите, он самый первый. Хочу ему врезать один раз. Кыш. Зараза. Опять летит. Вот такой у меня тут сегодня дзен. Видите, сразу бьет. Козлина. Ладно. А у нас с вами... Что? У нас с вами стих. Я тут смотрю фильм. Называется «25 час». Ну, это как сериал какой-то, что ли. Ну, так я люблю всякую. Мистику, фантастику, такое все. И вот что-то захотелось. У меня сегодня выходной. Перед завтрашним... рабочим днем. И вот так время припровожду. Позавтракала. Съела 2 пряника, хотя хотела 1. Затем съела кусочек шоколадки. Яйцо не ела. Вот оно. Не знаю, что-то я не люблю яйца вообще. Сейчас буду, знаете, что делать? Сварю шейки индейки. Вот они. Они пока у меня тут лежат, размораживаются. А я вам пока прочитаю свой стих. Новый опять написала. Давай, Люся. Что-то он у меня так тупит, этот комп. Я вам сказала же, да, в прошлом видео, что я... Вчера что-то сижу за компом, по-моему, я общалась с кем-то. Да, и он у меня просто трынь и вырубился. Представляете? И так странно, экран потух, черный экран, а кнопочка вот эта вот горит, что он типа включен. Не понимаю, что это с ним. Но новая песня вышла, Лисицына, кто слышал? Влюбленный самурай. Я кинула на стену. Лисицын.
уже восьмерым нравится. Ну, классно. Да, мне нравится лисица. Сейчас стих вам свой прочитаю. Давай. Да что ж так не резко-то? Чего ты так не резко снимаешь? Так вроде получше. Нет женщины прекраснее на свете, чем та, в которой есть любовь. Она несет ее зимой и в лете и наполняет ею вновь и вновь. Та женщина дарит другим улыбки и освещает путь заблудшим всем, прощает неуверенным ошибки и любит, безусловно, нас совсем. Нет женщины прекраснее на свете, чем та, в которой властвует любовь. Она весной, зимой и осенью, и в лете привносит свет и радость вновь и вновь. Такой я стих написала, мои любимые. Ну вот картиночки почему-то. Там кто-то кашляет, ходит. Уходит. Картиночки почему-то не открываются. При загрузке аудио произошла ошибка. Какого аудио? Я не загружала никакое аудио. Там полная коммуналка людей. Слышите? Мужики какие-то. И тетки бегают незнакомые. Ну, коммуналка, что сделаешь? Что-то я дверь не закрыла. Провожала подругу и оставила дверь открытую. Поставила песню «Горды Марины» вперед. А ну-ка, сейчас так нажму, может быть, откроется. Саше Милюткину понравилось. Картиночка или стих, не знаю. Ну-ка. Почему-то не загружаются. Грустно. Сейчас попробую перезагрузить. С картинки в твоем букваре. Закрою, там кто-то опять пошел. Люди ходят. Давайте закроем. Та-та-ра-та-ти-да-да-та-и-да-дам. Ну-ка. А что, все равно у меня не это самое. Монетизация отключена. Рекламы нет. Что, мне нельзя послушать песню? Можно. Тем более ту, которая мне нравится поделиться с вами. Почему нет-то, мои любимые? Не знаю, что за фигня происходит. Не играет. Тут перезагружается. Давайте закроем и попробуем еще раз включить ВКонтакте. Может, ВКонтакте глючит, потому что сейчас очень много люди пишут друг другу. Ну, там поздравляют с Днем влюбленных, и все переписываются, очень-очень много людей. Поэтому, может быть, ВКонтакте глючит. Так. Че, все равно картиночки не открываются? О, уже какие-то открылись. Вот эти я поставила под песню. Лисицына. Тут тоже что-то они не открываются долго. Ну, такое у меня. Просто я привыкла, что на телефоне все это летает. А в компе долго. Кто-то там ходит, у меня аж пол дрожит. Правда, я сижу. И чувствую, как у меня так подпрыгивает, там ходят. Не понимаю, что с ВКонтакте. Вот тут крестик. Видите, крестик? Это значит, что перезагружается страница. Смотрите, ни моих друзей не видно. Ничего. О, тайные симпатии. Я только увидела. Вы нравитесь одному человеку. Ничего себе.
Вот это да. Даже не представляю, кому я могу нравиться. Прекрасные стихи написал Михаил Макаров. Спасибо, Миша. А это тоже не играет. Ну-ка. Не знаю, что у меня. Вот тут вроде видно перезагрузилось. Смотрите. Видите? При загрузке видеозаписи произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу. Окей, так мы ж только что обновили. Давай, заткнись, закройся. Ни в какую, видите? Спасибо вам, мои любимые, за ваши комментарии, за ваши поздравления, за все, за все. Очень-очень люблю вас. И тоже многие мне пишите в личку, что Ириш, не переживай, твои детки выросли в мусульманской стране, они во многом тебя могут не понять, вот, но как мамочку они все равно тебя любят и чувствуют. И сколько бы папа их не вбивал им в голову, что ты плохая и что ты неправильная, они все равно тебя любят, и никто не может их в этом переубедить, потому что это любовь свыше всего вот этого земного. Вот. И это правда так приятно читать, как будто родненькие души так тебя поддерживают. Это так классно вообще. Спасибо вам, что вы есть. Не играет. Не знаю, что такое. Хотела вам в честь праздника поставить красивую песню. Ну ладно. Значит, не судьба. Да, на тебя, да. Правда, очень-очень-очень грузит комп медленно. Ну и бог с ним. Ладно. Люблю вас, мои хорошие. Пока-пока всем. Волшебного праздника. Прекрасного воскресенья. Будьте счастливы и любимы. И любите сами.